проехать за 1 минуту 34 секунды на Singular Sinclair Pass. Вот такую тут раскрасочку я выбрал, чтобы подчеркнуть ее обводы кузова. Значит, у нее задний привод, среднее расположение двигателя, 820 лошадиных сил, 1350 кг. Здесь есть кочки, я их так не акцентировался на них, но все-таки они ездят. Побольше повернуть. Так, стеночку чтоб не задеть. Знак полиции простит нам. А вот тут, конечно, это, наверное, потеряли на этом. Так, что интересно, со временем. Не знаю, примерно так же едем, как ехали. О, сделали. Так, ну что, завершаем заезд. Все-таки мы смогли это сделать, хоть и не с того камеры, с которой хотели. Ну, что поделать-то. Так, все это сделали. А там следующий Тапака на Феррари. Ну,